Четырехлетний воспитанник детского сада номер 50 в Петропавловске попал в реанимацию, скатившись с горки во время прогулки с группой. В следкоме сообщили, что по предварительным данным малышу на шею намоталась ленточка, привязанная к конструкции. В тяжелом состоянии его доставили в реанимацию детской краевой больницы. Проводится доследственная проверка по сообщению о получении телесных повреждений. Четырехлетним ребенком во время прогулки на территории детского сада номер 50 на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. По предварительным данным, ребенок получил травму во время скатывания с горки, зацепившись шеей за ленточку, натянутую между ее стойками, и последующей кратковременной асфиксии. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение. В том числе дана принципиальная юридическая оценка действиям лиц, ответственных за безопасность детей в детском саду. Мэр Петропавловска Виталий Иваненко уже охарактеризовал случай как вопиющий. Он считает произошедшее проявлением халатности в высшей степени. Глава города назначил служебную проверку. На время ее проведения заведующий воспитатель детского сада номер 50 будут отстранены от исполнения служебных обязанностей. Подпишись на каналы Mass Media News в Facebook, YouTube и Instagram.